Приветствую всех на канале Лора Дэвис. Люкри. Обзор проекта. Трейдинг – это просто. Сегодняшнее видео будет полезно людям, торгующим на бирже, инвесторам в ICO или в криптовалюту в целом. Наверняка многие начинающие, да и профессионалы трейдинга, сталкивались с таким человеческим фактором, как эмоции. Благодаря эмоциям человек не может сосредоточиться на торговле, и, как правило, это негативно влияет на наш депозит, так как закрадываются сомнения, продавать или же подождать, ну и так далее. Я думаю, что многим знакомы подобные ситуации, особенно новичкам. В общем, я искала информацию по поводу того, как свести эмоции к минимуму, и наткнулась на один проект, о котором, собственно, и пойдет сегодня речь. Называется он Люкри. Люкри – автоматизированная алгоритмическая торговая система, основанная на статистическом анализе данных за последние 5 лет для торговой пары биткоин-доллар. Автоматическая торговля позволяет устанавливать определенные правила как для торговых записей, так и для выходов, которые после программирования могут быть автоматически выполнены через компьютер. Как только правила будут установлены, алгоритм отслеживает рынок, чтобы найти возможности для покупки или продажи на основе специфической торговой стратегии. В зависимости от конкретных правил, как только будет введена торговля, каждый заказ, чтобы остановить прекращение защиты, остановит трейлинг, и цель прибыли будет автоматически сгенерирована. На быстро растущих рынках этот порядок мгновенного ввода может означать разницу между небольшой потерей и катастрофической потерей, если сделка движется против трейдера. Существует большой список преимуществ для того, чтобы компьютер контролировал рынок для торговых возможностей и совершал сделки. Вот некоторые из этих преимуществ. Эмоции. Автоматические торговые системы минимизируют эмоции во время торгового процесса, поскольку торговые приказы выполняются автоматически после того, как правила торговли выполнены. Трейдеры не смогут сомневаться или торговать. Возможность бэктест-бэктестинг применяет правила торговли к историческим рыночным данным для определения непрерывности идеи. Тщательный бэктестинг позволяет оценивать и совершенствовать торговые идеи, а также определять систему ожидания, среднюю сумму, которую трейдер может ожидать, выиграть или проиграть на единицу риска. Улучшенная скорость ввода заказов. Поскольку компьютер немедленно реагирует на изменения рыночных условий, автоматическая система может производить заказы, как только будут соблюдены торговые критерии. Ввод или выход из сделки на несколько секунд раньше может существенно повлиять на результаты торгов. Как только позиция введена, все остальные заказы автоматически генерируются, включая защитники стоп-лосса и целевые показатели прибыли. Дисциплина. Поскольку правила торговли установлены, а коммерческое исполнение выполняется автоматически, дисциплина поддерживается даже на неустойчивых рынках. 24/7 маркет. Потому что рынок крипто открыт 24/7. Для людей практически невозможно торговать каждым входящим сигналом все время вручную. В разумах многих участников существуют различия между высоким риском и неприемлемым риском. Криптовалюта традиционно считается последней. Люкри стремится довести риск до приемлемого уровня для распределения для участников розничной торговли. Максимальная выплата Люкри Algo Trading составляет 30% за один год результатов торговых испытаний. Для сравнения, биткоин-доллар снизился на $70 с максимума в декабре. Люкри – это эксклюзивная платформа, потому что участники, имеющие доступ к алгоритмам сигналов и автотрассировке, ограничены. Эта эксклюзивность контролируется количеством токенов. Если вы хотите получать сигналы или использовать автотрейдинг, и вы не участвуете в мероприятии Token Sales, вы должны купить токены у оригинальных участников. Данный материал опубликован для ознакомления и понимания сути проекта. Перед принятием решения об инвестировании советую вам более детально изучать техническую документацию проекта. Инвестиции в ICO сопряжены с высокими рисками.